Отказали тормоза. Очередное ДТП с участием большегруза произошло в Саратове на улице Симбирская. Проигнорировав дорожный знак, водитель груженного солдом грузовика решил проехать по запрещенному участку улицы. В результате чего на спуске у фуры отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, дальнобойщик свернул на пешеходную аллею и проехал по ней около 350 метров. По пути фура сбила опору линии электропередач и остановилась, врезавшись в дерево. В результате аварии пострадали водитель и пассажир большегруза, жители Оренбургской области. На место происшествия прибыли спасатели, которые достали пострадавших из искореженной кабины и оказали им первую помощь. С травмами средней тяжести мужчин госпитализировали в первую советскую больницу. Нету тормозов. Хотели коробкой. Этот рычаг сломался. Не смог включить. Я ему закричал, говорю, машину давай вправо. Право взяли, тут аллея. Сначала что-то, какое-то маленькое дерево стояло, мы его сбили. Потом столб на мою сторону, я туда прыгнул. И тут же, я не знаю, не сумел, скорость большая была. Очевидцы говорят, водителю и пассажиру фуры чудом удалось остаться в живых. Отмечу, что это не первый случай ДТП с большегрузом. Аналогичная авария произошла совсем недавно. В конце сентября на улице Новоузенская при спуске у фуры, груженной крахмалом, отказали тормоза. Большегруз на большой скорости снес детскую площадку и врезался в многоэтажный жилой дом. 22-летний водитель погиб на месте. Специалисты говорят, подобные аварии происходят по вине водителей, которые игнорируют знаки, запрещающие грузовикам движение на этом участке.